Депрессивная Людмурик, нарезка, перезалив, гоп-шоу Людмурика, Андрей Габзавр, погнали? Погнали, погнали. Включай нас. Я не шарю. Да новая, свежая. Ей пару дней всего. И Бог накажет этих, пусть смеется, смеется тот, кто смеется. Так я вообще не понял, про что она? Внимание всем. Пока не знаю. Сейчас будет слив Людки, Людки на канале Япика. Ой. 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 Пока нарезка не ясна вообще, с чего началась, про что вообще, что все говорят. Ребята, это подсудное дело, если вы личные это данные. Вот там. Подсудное дело. Действительно, передайте я покажу ямочки Петраш и Полиночки. Сколько раз ты проклинал людей? Ни разу не проклинала, ребят, ни разу. Не было, не было. А, это их, наверное, может, пилят за то, что что-то после всяких Мизулины или нет? Нет, это перезалив вообще. А, перезалив. Так что томат в шоколаде, это пересмотри, если ты стримы. Какая обалденная киска. Это кто такая? Вот, обезьянка это ты. Какая нахуй обезьянка? Это киса. Обезьянка это ты. Это на самом деле, вот страница человека, и вот все. Ну его, о, значит, сломали и прослушали. Его страницу прослушали. Сломали и прослушали. Иконка. Царица моя преблагодарная. Я вообще пока ничего не понимаю, что происходит. Надежда моя, пока непонятно. О, у меня такая же икона где-то лежит. Икона, икона. Что-то долго читает. Накажи, Боже, Господи. Накажи, я Боже. Я пойду в полицию. Господи, это беспредел творится. А что происходит? Беспредел творится. Я не понимаю, что происходит. Я не знаю пока. В чем Париж движ? Вот вы прокляты, эти злые люди, а. Вот ничего, люди, мы хотим веселить людей, все. Но так. За что вот такое вот? Почему? Зависть людская. Что? Жду лайк, факт. Грузим лайки, грузим лайки обязательно. Быстро, вы на записи грузим лайки. И все пакостить, устрашать. Я вот это не понимаю. А, вот это пиво Люда пьет в честь зрителя Сник. Есть такое, что это не понять что? Есть такое. Что-то какая-то сумбур какой-то происходит. Ну трэш нарежешь всегда так. Телевизионный канал ТВ3 на здоровье. Не надо врать. Сколько ты получил? РТП, да, только такое, без таланта. Это все вранье. Не знаю, вранье полное. Это все вранье полностью. Я всего лишь там порекомендовал девушку, которая... рассказывает просто как, как сказать, она просто рекомендует профит, да, все, да, она да, не, никого да, не обманывает, ничего. Давай. Вот это уже вранье в чистом виде. Да, я даже оправдываться вранье. Женщина хорошая, да. Она тоже у Андрея смотрела, не надо придумать и врать. Вот это уже. Что она смотрела? За базар следи, если ты врешь. Блять, тут каждый момент. Какой-то сумбур. Каждый вообще. Момент непонятно о чем РТП, разговор. РТП, блять. Так что это не надо, и нам спокойно, мы когда... Это как будто фразы Людмурика нарезаны просто. Относимся так, что не надо врать. Столько придумают, аж чересчур, блин, да, это... Да, придумывают. Что ты так это, блин, полный ты себе, мне так не полный. Я тебе полный, просто у тебя не пенилась она, у меня с пеночкой. Обиделась, что ей не полный да. Налили. Блин. А он прям реально, видел, как он наливал? Как? Он прям налил и еще раз такой... Оп, долил прям. А он всегда, он вообще идеально вымеряет. Да, 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 да. А ей, видишь, на отъебись налил. Но она так думает. Мне ну кажется, да, наверное, он ей тоже он идеально же, да, налил. Да, да. Чика, давай за ТВ-3. За... Если у них совести нету, пусть сливают. Давай вот за ТВ-3, людей, это... Давай. Это за ТВ-3. Совести. За ТВ-3. Видите, вот этих, это, которые пакости все пишут. Альмон, вот этот вот. Да. Что, нам самим, что ли, банить? Согласен. Ну, почему, где модераторы-то, никто ничего не... Наконец-то пошел замес, а то вначале ничего непонятно было. Банят. Я бы самая первая. Гифка пиздатая у них, конечно. В ладоши молодец, за 4 что? Года стала Людмурчик похожа. И Андрюха, да, что Ленки, скажете насчет интервью фан-хулера? Насколько все это правда? Что Люда ревновала и таскала вещи с помойки? Что его обманывали на деньги? Да, говорят, и сейчас она ходит, бутылки собирает, кто-то видел.
Не знаю, веришь? Верю, верю. У нее же дома куча бутылок всякой хуйни. Во. Она раньше собирала, плакала даже на стриме то, что она бедненькая, несчастненькая, бутылки собирает. Поэтому вполне себе возможно. Ой, почему Люда такая жадная? Я ржала, блин, я не могу. Все это вранье, да. Если было бы с помойки, он бы не носил ее. Алмазу все не дает покой моя рубашка, Ань. Что такое? Он говорит, Аня, вы с Артем одежды поменялись случайно, вот так вот. Да не менялись мы одежды. Мужская рубашка, что ты? Мужская рубашка, чем? В 25-м году, что ли, никогда. Бершка. Бершка, йоу, да. Йоу, блин. Мужская, нормальная, блядь, мужицкая. Да девчонки такие рубашки не носят. Факты. Он 2 года ребята, их носил, так что я это... Если они с помойки, почему он тогда их все носил? У него все вещи... Кстати, ребята, уже... Это называется стайл, да, да. Какой это? Nike Pro, йоу. Я Pick Me. У Жени Фанфурика все вещи он носит, тот, который ему мы дарили, Люда дарила. Он всю одежду, он себе ничего не покупает, он всю одежду носит, которую ему дарили. Джинсовая курточка, которая вот черная, вот джинсовая курточка такая классная. Если это с помойки, что он тогда это все носит? Я ее сама хотела, а потом пожалела, что ему уходить не в чем, и подарила. Да. Я бы себе оставила, я не знаю, вот дура. Да, мужскую оставила бы себе? Носит-то тогда всю одежду, которую мы дарили. Да, вот это действительно вранье. Я бы сама себе носила бы эту курточку, это, и черная классная, только там был замок вот поломан, что ли. Мне нравится, что у нее ожерелье больше напоминает не ожерелье какое-то настоящее, а висюльки с люстрой. Знаешь, какие-то советские люстры, где всякая хуйня висит. Все, вот он отремонтировал. А так вот это, я бы что бы дала? Все вранье. Так что это а мне кажется, вот этот кулон напоминает а, какой-то... А, кулон еще. Кулон какой-то, блядь, из... Да тоже одна из весюльных. Из Dragon Age. Да кого? Это вообще даже не уровень Алиэкспресса. Dragon Age весюлька. Да это просто люстра упала, и где-то кусок откололся, застрял, и его на ниточку посадили. Даже я не могу. Кинжал, смотрю, этот ебейший, да? Кинжал охуенный. Скажите эльфийский кинжал. Не нравится, смотри, не какой эльфийский. Ну да, кинжал. Он прям сияет, это наконечник стрелы, Ань. Да, наконечник стрелы. Да, вот да, я да, говорю, да. Это из какой-то игры. Да, артефакт. Артефакт, у меня да. Самый лучший анекдот. Да, чувак, мы же да, не заставляем. Мы не заставляем. Да, 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 там, православная, вот. Православная, да. Да, да, да. Жестко, то православием людей, то капитализмом хотел сказать, католицизмом. Всеми способами, всеми видами магии хуярит. Ваши эти вот эти порчи никакие, ничего. Еще вот это. И защиты у вас Людмурик, нету. В 10 передай раз привет еще вам пёстеру все это придется. А, Людмурик, передай... Жучок, Яночка, где вы? Можете ответить? Жучок, Яночка, ответьте, Жучок, пожалуйста. Яночка, вызываем вас. Жучок, Яночка, ответьте. Это... Мне кажется, когда Людмурик умрет, боги просто, или как это вообще, блин, сложно, они просто не поделят ее. Почему? Ну, в разных верах она участвует. Им в сатанизме и установки хуярит. Все виды всего да, она использует. Да, Людмурик в ад попадет. Почему, почему боги-то? Почему? Какой ад? Какой ей ад? Она хорошая. Она хейтеров. С хейтеров она любовь. С сыном сосется, блядь. И чего? А как Адам и Ева были? И они поебались же. Родились ну... у них дети. Дети поебались. Родились у них дети. Дети поебались. И вот так было. Ну, они как Адам и Ева. Ну, дети Адама и Евы. Только сын, получается, сын Евы ебет Еву, да? Ну, типа, да. Ну, а что там? Ну, жизнь такая. Заказывайте клипы. У нас один клип есть. И будем это танцевать. Мне нравится задний фон Людмурика. Да, причем смотри, она... Смотри, какой крокодильчик на заднем да, фоне. Да, да, причем какой реально ад, она и бафается все время иконами. Угу. У нее с богом просто созвон каждый стрим. Чё за крокодил, нахуй? Вот, видишь, говорят, они как в мифологии греческой, там все между собой сосались. Вот так вот. И ты навсегда. Значит, Людмурика примет, кто там, Зевс? Людей банят, Бог. Ты понимаешь? Да не банят тут, вот, только хейтеров, вот, подлец, видишь, его забанили. Ну тут же чат, мы видим, кто кого банит, мама. Если бы банили хороших, мы бы видели. Хороших не банят, банят вот этих всех...
придурков, которые гадости пишут. Ну так вот. Ты ага. сам банишь, а модераторы сидят, ничего не это, не банят. Хватит, не надо. За нехорошее баним. У нас тут не переписки, блин. Вот, вижу, подлец тоже ему его смотрел. У нас тут не это, не посидел. Ну, короче, заняться всегда нечем, поэтому они просто чатом срутся. Ну да. Люда ждет жучка. Мне нравится, уходите, блин. Смотри, они между собой, вот да, модераторы упал. Вы между собой. Вот Габзавр и Людмурик на заднем плане. А если бы они поэкспериментировать попытались бы, как думаешь, прикольно было бы? Как? Ну и Людку, конечно, не убедить. Но если бы они прям реально сделали на это реакцию на стриме, на нарезку с собой. Да, было бы прикольно. Охуенно же было. Да, вообще охуенный контент. Да, да. Ну или просто потом какую-нибудь реакцию на магазинчик. Были бы они нашими конкурентами. Мы бы были похожи друг на друга. У нас было больше общего. Круто, блин. Не переписывайтесь, ребят, у нас же тут не... Вы можете там про игры говорить или там писать вне стрима, ну, между собой какую-то переписку сделать. Андрей, если... Вот этому человеку я не доверяю. Прикинь, они бы посмотрели реакцию на реакцию нашу. Да, вот это было бы топ. Вообще топ было бы, а мы бы на их реакцию потом. Да. И мы бы ругались друг с другом вот так все время. Я и ни капли, с которым ты там говорила, ни капли ему не доверяю. Кто он такой, что? Он уже неделю у нас еще нету его. И ты снял модельку? Я не снял с него модельку еще, но я ему ни капли не доверяю. Да? Я лучше от тебя уйду. Ну все, начинается опять. Андрей бы не разобрался, как выводить экран компа на стрим. Ну, он бы на хромакее смотрел. У него вон хромакея, видосы сзади. Это еще более технологично. Угу. Я тебе не доверяю. Да, настоящий хитер. Ты понимаешь? Люда, ты настоящий хитер. Посидишь если ты, один. Если ты разговариваешь с кем-то, их там потом начинают они все записывать. И твои если сливать, взламывают, почему да, записывают? Вот смотри, меня сколько лет я пользуюсь, ни разу не взламали. Никто не взламывает. Только это начинали. Да, только когда Наталер был разок. Он к тебе вписался в доверие. Он тебе в доверие влезался. Так на, мань, двигайся. И вот ты ему и модельку дала. И он все твои эти разговоры записывал. Ты в доверие. Вот и все. Это не удивительно. Людмила так хотела друга, ребята. Так хотела друга. Медаль. Нет, друг, ну, что все слил. У тебя дальше? Проверь карту, перечислил тебе. Да вот ничего не перечислили. Что ты болтаешь? Это тебе, у себя проверяй. Вот, Сбербанк. Ну и что, ничего нету, вот последнее. Нету, что ты, проверь у себя. Что происходит? Что я, вот, где? Кто-то ей что-то должен был перечислить. Что ты, когда вот тебе, ты не... Ну нет, у меня ничего нету, все. А зачем он игрушечки вот так держит? Что ты мои-то анекдоты читаешь? Не знаю, инфантильность. Я вообще ни один твой анекдот не читал. Я не читал твои анекдоты, не надо, Люда, врать. Я ни одного твоего анекдота не прочитал. И вот он как раз все и слил, этот человек. И все, вот так вот. Все просто объясняется. Все, что ему звонило, он записывал, слил. Клипчик, ссылку потом кинул. Ой, вот Шамильчик, так вот, ребята. Клип заказал. Шамиль, клип будет вторым. Спасибо. Можешь в ВК мне ссылку. Я так хотела друга. Люд, там Шамиль клип заказал. Первый клип заказала Карина, второй клип заказал. Да все, она ничего не слышит. Да. Люд, ну теперь ты анекдот прочитай, да, сейчас установку. Какие анекдоты, когда такая обстановка? Ну, какие-нибудь с черным юмором сейчас подходят. Это будем установку делать. А, вот. А, только мне надо зайти. Грустно, в этот. Грустно. Или грустно. Давай, Люд, я прочитаю, ты сделаешь установку. В общем, Не будет анекдота нам сегодня. Жалко, будет, что они анекдоты, кстати, вырезают, когда она читает, я заметил часто. Мне нравятся анекдоты, я в них пытаюсь вникнуть. Они все говно. Артем, в общем, шериф пишет. Людочка, вы сегодня такая красивая. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моих вот друзей. Вот вам и хихихаха, да. Людочкина фотка на заднем плане, Тём. Почему? Смотри, похоже. Взгляд? Взгляд похож, да, Людочкин. Установочку делает макака. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моих друзей. Владислав. Мне кажется, в этих глазах на заднем фоне у нее больше мыслей, больше интеллекта. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моих друзей. Владислав. Люда призналась в инцесте на этой пхацкер. Ничего она не признавалась. Ну, посмотрите, посмотрите. Вот ты скажи, ты его вживую видела хоть раз, этого человека?
Ну не любовь. Любовь сломали, да. Бля, реально уже у них же самая еще одна огромная проблема — инфантилизм жесткий. Они вот прям дети. И вот, вот это прям вообще, что за пиздец. Она с человеком пообщалась, все. Гормоны все выплеснулись. Угу. Трагедия у нее. Она еще обижается, как будто, не знаю, ее родители отчитывают в 7 лет, в 9. А это какой-то сын малолетка хуйню несет, ходит. Mm-hmm. Ну, это, кстати, загорелая, да-да-да, она такая индусочка. Индусочка! Она просто девочка, которая хочет любви. Да. Факт. Мужики, кто бы подарил Людке любви? Девчонкам не предлагаю, потому что она по мужикам. Обидно, когда тебя обманывают. Конечно, не знаю. Я человек старого поколения. Опа. Человек старого поколения. Не надо, не надо. Она устаревшая модель, понимаете? Вид человека — устаревшая модель. Где Люда сейчас, Аня? Не знаю. Пока. Дома. Дома, а где-то сидит. А он там наделает нам делов. Не надо. Не надо. Он подставной, я тебе говорю. 100% он подставной. Ну, а я тебе не верю. Но я тебе докажу. Нужна музыка из бойцовского клуба. Да ну. Вот тут музыка, как будто из Насегу, там про комикс драки была игра. Вот сейчас перерыв будет, я тебе докажу. Да. Что происходит? Людочка, тебе сына корзина сколько дает процентов? Какая кому разница? Это наше дело. Да, это наша какая дело. Разумная. А Кобзавр обрадовался сразу. Да-да-да, что не спалило. Да. Ну дайте любви Людмиле, ни одного плюса не было. Неужто, не вот, а ладно. Если на нас летит ядерная ракета, которая взорвет всю планету, но надо быстро заняться любовью с Людмуриком, кто вызовется? Плюс, чат. Ты бы плюс поставил? Нет. Так, ну что, надо загадки уже... Если заняться с ней сексом, тогда не прилетит, да? Вадим, ты легенда, ты и Эра. Ну, Эра, извини, она девочек-лесбиянок, ну, вообще жестко презирает. Так что вся надежда на Вадима. Загадывать. Да кому нужно? Три модератора, все. Кому загадывать-то, блин? Кто будет? Ну, три модератора уже хорошо. Да, у тебя 50. А с кем заняться, чтобы 10 прилетело? Отсосать Кобзавру. Готовы? Кто отсосет Кобзавру? У меня аукцион сегодня. Кобзавр был бы счастлив. Чтобы взорвать нашу планету. Зачем? Ну, кто-то ненавидит нашу планету. Иисус. Да. Иисус вызывается. О, нормально, красиво. Иисус Христофорович. Легенда для тех, кто хочет взорвать планету. Если не знать, кто такой Иисус, можно подумать страшное. Если не знать, что это про Иисуса Христофоровича. Иисус Христофорович, да. Иисус вызывает. 50, не надо брать отсюда. Да. Продано! Продано Иисусу. 60. Там 60 модератов. Никто не приходит, все. Ну, что, у людей тоже дела. Что ты как... Дела. Ты не пишешь им, почему они не приходят, блин. Смотрите, что бы вы выбрали? Либо вы живете как живете, все нормально у вас. Либо нужно каждый день смотреть полчаса, час на секс Кобзавра с Людмуриком, но вам будут давать каждый день 100 тысяч рублей еще вдобавок. Ну ладно, я согласна на такое. Не, надо прям смотреть вот так детально. Ну ладно, я согласна, ничего. Ничего. Ничего, посмотрим. Все согласны, все понятно. А представляете, там какой запах будет? А, прям в комнате, да, прям с ними находиться? Да, в комнате с ними. А, тогда не знаю. Я думала, запись надо смотреть. Ну, извините, забыл это утверждение, да, добавить. Чё, плюс-минус пишите. В комментах тоже все это участвуйте. Охуенный интерактив. Фейтерами, которые распространили разговор. Пишите заявление в полицию. Сейчас это статья 137 уголовного кодекса. Да, вы на полицию напишите, что личные... Ну, соскочить нельзя будет. Всю жизнь так только так. Разговоры сливают, мы напишем в полицию. Да, спасибо, юрист, спасибо большое. Разговоры сливают. Люди в полицию напишут заявление. Растут бананы, без соков. Закор, растут бананы. Достать бананы нелегко. Хочу банан, а я не дам. Растут бананы высоко. Ну так. Это вот. Что за мужчина здесь разговаривает? Трэш на рэш. Может быть, может быть.